Я Маричка Набока, и это «Молодь Плюс». После определенного возраста пожилым людям в Украине часто кажется, что жизнь закончилась. Но вот те, кто опровергает это. Фарби, які на нас, вони дуже міняють нас. От заходжу я тепер в метро, все сіре, чорне, коричневе. Немає яскравої весни, немає в людей. А я заходжу і одразу весна. Я не знаю, як я поїду, слухайте, страшно. Мы часто восхищаемся пожилыми иностранцами, которые путешествуют, занимаются любимыми делами и не скучают. Почему же в Украине все не так? Есть финансовый аспект, но ведь не только он. Неужели традиция? Ее ломает 83-летняя Галина Горина. Надо делать то, что тебе нравится. Тогда ты живешь с удовольствием, любишь жизнь. Класс! Но это же еще здоровье надо иметь. Эта женщина более активна, чем мы с вами, вечно сидящие за компами. Жить не только для других, но и для себя, пробовать новое и получать удовольствие от жизни. А бывают ролики, а какая-нибудь студентка спрашивает: «Вы что, тоже кататься собираетесь?» Дочь подарила мне ролики. Если бы она мне подарила электрическую грелку, я бы лежал на диване и грелся. Она подарила ролики. Так что теперь не пропадать же добру. Вот я и вынужден кататься. Старость начинается с того, что человек перестает прыгать через лужи, а начинает их обходить. А у меня немає ніякого секрету. У вас есть дедушки и бабушки или пожилые родители? Помогите им, выведите из 4 стен, посмотреть на первый снег или листопад, или покажите, как пользоваться Фейсбуком. А может, запишите их в университет третьего возраста, таких в Украине уже несколько. А мы есть на Facebook, YouTube и Twitter. Подписывайтесь.